Всем здорова, дорогие друзья, с вами Вушка. Мы продолжаем играть на сервере Смотрамто номер 3, все как всегда. И как вы поняли, сегодня у нас новая рубрика «Кто хочет стать миллионером?». Какая суть данной рубрики? Мы ищем игрока до 100 часов желательно и задаем ему вопросы. У нас будет три категории сложности. Это первое — легкие, там будет три вопроса. Второе — средние, три вопроса. И третье — сложные, тоже три вопроса. За один легкий вопрос, если он ответит, он получит 100 тысяч. За один средний — 200 тысяч. За один сложный — 500 тысяч. Также у него будет, можно заработать 250 тысяч дополнительно. Это за картинку. Если он угадает, что за черным фоном, какой там автомобиль. Вот. У каждого участника есть две подсказки. Это первая подсказка — это помощь друга. А вторая — он узнает, где из... И там будет 4 ответа, и ему надо будет выбрать один. И один неправильный ответ мы убираем, то есть у него остается только 3. Это вторая подсказка. У него есть возможность использовать эти подсказки только один раз. Также в конце, когда он выиграет энную сумму денег, он сможет крутануть рулетку. Но на свой страх и риск, потому что рулетка сделана из 6 сегментов, 3 из них ничего, а 3 из них x2. То есть он может выиграть в 2 раза больше, а может и проиграть все. Так что, кому заинтересовал данный ролик, присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Короче, пацаны, я взял с собой Димона, чтобы он следил за этим всем процессом и мне помогал. Поприветствуйся. Бан, блядь. Здорово, ёп. Короче, пацаны, как я вам говорил, мы сейчас будем искать игроков от 0 до 100 часов, плюс-минус. Или вообще случайных игроков там на Жигулях, и кто будет работать. Вот, так что, давайте. 2 hours later. Стоямба. Стоять. Стоямба. 100, кому говорю. Привет. У меня к тебе 2 вопроса. Что у тебя по имуществу? Ничего. Давай. Скайп или Дискорд есть? Да, я не вижу. Ты задолбал. А, вон, нашел. 8 часов 698 тысяч. Ну, в принципе, ничего, давай, 8 часов. Скайп или Дискорд есть? Дискорд. Сможем перейти? Пообщаться? Ты, считай, попал в видос. Он, походу, приходит в сознание. Ага. Ага. Тогда пиши свой Дискорд мне в F9. Так, короче, пацаны, мы уже переместимся в Дискорде и продолжим. Короче, поприветствуйся, как тебя зовут вообще? Меня зовут Дима. Дима, опа. Сколько лет? 2 Димона. 17 годика. Короче, 17 годиков Димон попал адрот. Это правильно читается, не, да? Угу. Короче, смотри, Димон. У нас рубрика состоит из 3 уровней. То есть есть легкие вопросы, 3 легких, за которые один вопрос ты можешь получить 100 тысяч. Есть 3 средних вопроса, ты можешь получить по 200 тысяч. И есть сложные вопросы, ты можешь получить 500 тысяч. Также у тебя, ты можешь взять дополнительный типа конкурс, будет просто обычный автомобиль, закрашен черной областью, тебе надо угадать, что за автомобиль, и ты получишь 200 тысяч. У тебя также есть 2 подсказки, то есть первая подсказка — это помощь друга, а вторая подсказка — это, короче, из 4 вариантов я выкину один неправильный, у тебя будет только 3 варианта. Вот. В конце все заработанные деньги ты сможешь или забрать, или у нас есть специальная рулетка, ты можешь удвоить свой баланс или выиграть тупо ничего.
ты можешь остановиться на любом моменте, если ты неправильно отвечаешь на вопрос, то ты проигрываешь. А, ну, все понятно. Бэтбэнер. Короче, чё это кто-то приехал? Дарк, Серий, да. Привет, да. Ты можешь рубить эту демонстрацию в Дискорде? Для чистоты, просто эксперименты там, чтобы видно было, что там делаешь. Короче, выбирай первый вопрос. У меня есть 3 легких, 3 средних и 3 сложных. Давай легкий. Какой? Первый, второй, третий? Второй. Любой. Ты вообще как узнал об этом сервере? Там смотрел каких-то ютуберов или друзья посоветовали? Нет, случайно зашел. В смысле случайно? Ну вот так вот случайно зашел. А передайте вообще на других серверах IRL? Да. На CCD? Да. Долго? Нормально. Короче, ты должен знать плюс-минус эти вопросы. Короче, первый вопрос. Сколько стоит номер вот этот, что я скинул? Это первый. Один... Discord. А, да, 1 миллион, Б 8 миллионов, В 16 миллионов и Г 5 миллионов. Вот тут фуловые семерки, кроме одной восьмерки, значит 16к не пойдет, как минимум. Тут 8 или 5. Ну пусть будет 8Б. И это правильный ответ, у тебя уже есть 100 тысяч. Ага. Так, выбирай следующие вопросы. Давай, Ну смотри. Такой вопрос третий. Сколько официальных работ на сервере? А, 3, Б, 4, В, 5, Г, 6. Много. Надо подумать. Можешь посчитать там, перечислить все. Ну я знаю, милиционер. Ой, дурак. Бля. Потом... Б4. Стопэ. Димон, ну правильно, здесь есть эта цифра. Смешится. Хотя не. Блин. Точняк. Короче, фейспалм. 100 тысяч мы тебе зачисляем бонусом, потому что мы с вопросами немножечко пробошлялись. Мы забыли ментовку. Короче, тебе повезло очень. Ты просто попал в точку, когда сказал ментовку, и мы тут с Димоном, ё-моё. Я случайно сказал, просто мне... Короче, ты уже ответил на 2 легких вопроса, у тебя есть 200 тысяч, ты можешь уйти, можешь еще поотвечать, можешь выбрать тачку. У меня есть право на ошибку, есть же еще одно, да? Ну, как бы нет. Нету, да. Ну, есть помощь друга, и есть помощь, ну, типа, 3 варианта с 4. Угу. Ладно, давай один сложный. Один сложный. Первый, второй, третий. Давай второй. Какой плюс-минус самый большой донат на сервере задонатил один человек? А, 50 тысяч, Б, 75, В, 100 тысяч и Г, 125 тысяч рублей. Давай 3 варианта ответа. Лишние 50 тысяч. То есть у тебя есть ответ Б, В и Г. Это 75к рублей, да? Да, все в рублях. Сейчас я подумаю. Но бы не... Это именно на вот этот сервак, да? Ну, вообще-то да. Ну, в принципе, он самый большой донатер на всех серверах. На всех серверах. Если я не ошибаюсь, самый большой донатер. Ну, блин. Ну, 125 даже я бы был бы не готов кинуть. Это раз. У меня отпадет. Значит, у тебя есть остается 2 варианта. 2 варианта остается, говоришь. Пацаны, если он выиграет, я буду вообще в шоке. Давай, 100 тысяч. Как-то можно посмотреть топ-донатера? Ну, как бы нет. Жалко. А что за подсказки у меня есть еще? У тебя есть подсказка, это звонок другу. Вот. И все, да? Да. И ливнуть отсюда просто. Эх, хз.
самый большой. Ну, хз, я вообще бы был не готов 75, 100, 125 сюда кидать, ну, бесполезно. Я всегда даже 1000 мне кинул, если честно. Ну, бесполезно абсолютно. Мне бы... Ой, блин, хотел зайти, посмотреть, сколько тут донат стоит. 1 100 000 000. 100 рублей, 1 000 000? Да, номерной знак именной 500 рублей, а федеральные номера 5000. Угу. Сложно? Пусть будет 75. Это твой остаточный вариант. Запутал. Хз. Если подскажешь, какой правильный, я буду рад. Ну блин, думай. Так, ну ты говоришь, что 75 неправильно, да? Да я говорю, может правильно, может нет. Мое дело запутать просто. Да. Ну ладно. Сатен мне нравится, давай сатен. Это твой конечный вариант? Да. 100 тысяч? Да. А может 75? Давай сатен. И это, к сожалению, правильный ответ. Да? Это правильный ответ, 100 тысяч. Молодец, ты выиграл 500 тысяч. У тебя уже 700. Я все забираю. Мне кажется, ты больше... Да, смотри, ты можешь сейчас попробовать картинку еще. Это, если ты ее не отгадаешь, ты, получается, ничего не потеряешь. Ничего не теряю? Да. Да? Да. Ну окей. Давай. Картинка в студии. Если я ничего не потеряю, чем бы нет. Это машина, которая есть именно на вот этом серве. Так, да, все, я загружаю картинку. Что тут есть? Тут вольцы есть, тут есть субики есть. Блин, тут есть марка, которую я не шарю. Или какая-то коронка нарисованная. Вообще непонятно. Коронка? Это Toyota Crown. Ага, я понял. Вот автомобиль. Бля, изи. Это бэха. А точнее. Точнее? Да. Да. Которая стоит за 800 тысяч на этом серве. Или 600. Я не знаю, как она называется. Это одна из самых дешевых бэх. Ну это что, тройка, пятерка, двойка, там, не знаю, семерка. Пусть будет тройка. Ну это как бы пятерка, но бомба, ты угадал, молодец. Легко. Надо бы что-то брать, типа Toyota Kill. Вот это Kill. Я не угадаю, моя машина была бы. Не, ну мы посмотрим. Я вот думаю, вот чисто марку или с моделью лучше. Короче, ты выиграл еще 200 тысяч, у тебя уже на балансу 900 тысяч. Будешь крутить рулетку или нет? Рулетки ты можешь... Сразу говорю. Есть рулетка... Есть рулетка, делится на 6 там сегментов, 3 выигранных и 3 нет. Ты можешь выиграть X2, а можешь проиграть все. Не хочу я ничего, хочу 900. Ты точно подумаешь? Точно рулетка не будешь? Точно. Ну посмотри, ты можешь выиграть лямы 700. Я там с третьего вопроса, я вообще не знаю, как его угадал, что ты от меня хочешь, моя удача уже исчерпала себя. 900 тысяч, давай сюда. Че, банкомат? А может ты еще один сложный хочешь? Давай средний за 500. Ой, за 200, за 200 тысяч. Пойди 500 сюда. Ты прям точно, прям? Да, точно, я уверен в этом. Ладно, короче, Димон, едем в банкомат. Не уломать мне его никак. Так, пацаны, мы... Банкомат скидывает. Подъехали. Что? Вот. Где этот? Димон. Два Димона в марке. Такое. Адрот. Два Димона, все.
И чё он ответил на два вопроса по 100 тысяч, это 200, один вопрос за 500, это 700, и 200 тысяч, это 900 тысяч. А дрот? Да? Угу. Так, а дрот, передаем деньги, 900 тысяч рублей. Ебой. Вообще, как ты... Я, наверное, меньше всех выиграл, да? Ну, как бы ты первый в нашей рубрике, только я его сегодня придумал. Ну, вообще, чё, пожелаю следующим игрокам удачи там, или что ты там хочешь сказать. Я желаю вам удачи, чтобы вам попался в картинке скутер. Кстати, хорош, я тоже думал скутер сделать. Всё, пацаны. Вообще, а ну вообще скажи, что ты думал, когда я только тебе написал, я остановись там, и т.д. и т.п. Я хотел убегать, я думал, гопники. Не, а в конце, мне понравилось... Я уже тут такие нападали. Мне просто понравилось, когда ты написал, я говорю, стоит, ты такой, мне работать надо. Короче, пацаны, это был маленький гайд, как проиграть просто 900 тысяч за 10 минут. Вот. А работать мне придется очень долго. Так как я хочу работать, это будет неделю, наверное. Ну ладно. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал, если вам понравилась данная рубрика. Пишите в комментарии, хотите ли вы данные рубрики еще. Может второго. Да блин, задолбали врезаться, а? На E34, блин. Гопник какие ездит просто. Короче, пишите в комментарии, может второй выпуск выберем с моей беседы подписчика. Вот. Встречайте Димона, передавайте ему привет. Пишите, отдай деньги ему в F9. Короче, всем удачи и всем пока. Что у меня ник? Прощайтесь, боюсь. Я поменяю. Димон, а ты в курсе, что у вас два Димона? Я сказал Димону пишите, так что можешь и Талибасу писать. Можешь ему. Да, у нас два Димона, пишите ему. Короче, прощайтесь. Прощайтесь, Сёма. Прощайтесь. Все, пацаны, всем удачи, типа. Всем пока. Попроси лайка, лайка попроси, лайка попроси. Сколько? Много. Миллиард. Давайте, 5000 лайков. Я столько подписчиков нет, а ты хочешь лайков? Да, ну стоп, так ты специально, чтобы оно не вышло. Давай, короче, попроси мне 50 лайков на следующий видос. 50... Окей. 50 лайков на next видос, и типа будет запилят новый видос с новым подписотой. А. Пацаны, заходите, да хоть... подписывайтесь. Вопрос надо ссылку, да хоть на канал подпишешься. Не скидывай канал, подписывайся. Короче, пацаны, всем удачи и всем пока. До побачення.